канале «Потрясение». Сегодня мы будем делать эксперимент со стаканчиками. Не 100, а 1000. 1000 стаканчиков. Одноразовых. Бумажных стаканчиков. Да, и будем делать большую башню, и я даже на ней попрыгаю. Так, первый этаж готов, да, Патрисия? Да. Теперь будем делать второй этаж. Второй этаж, как мы можем сделать второй этаж? Правильно, мы должны поставить перекладину. Прокладку, скажем, такую между этажами. Вот такую вот. Аккуратненько, аккуратненько мы поставим вот так. Так, и второй этаж тоже готов. Патрисия, ты настоящий инженер-строитель. Неси третью картонку, будем перегораживать этажи. Не сможешь она поставить? Попробуй. Аккуратненько. Приподнимай. Так, перегородка готова. У нас есть два этажа. Патрисия начинает строить третий этаж. У нас, по моим расчетам, должно хватить нам 1000 стаканчиков на 8 с лишним этажей. Потому что у нас на каждый этаж уходит 120 стаканчиков. И, грубо говоря, нам нужно 960 стаканчиков на 8 этажей. 8 этажей это будет примерно где-то твоего роста. Посмотрим, если это здание высокоэтажное тебя выстоит и выдержит, и не сломается. Ты как думаешь, оно выдержит тебя? Да. Вот мы сделали еще один слой, сейчас будем положить еще одну картонку. Еще одну картонку, у нас есть 3 готовых этажа. Мы уже почти что заканчиваем. Так, основа для 4-го этажа готова. Патрисия, давай. 4-й этаж готов. Ты устала? Да. Нет, ну как бы я устала и тоже вспотела. И вспотела, и устала. Я тоже очень устал. Это нелегко выкладывать 4 этажа вот так вот по 120 стаканчиков в ряд. Мы начинаем выкладывать 5-й этаж. Так, наше здание готово. Наше здание получилось из 7 этажей. У нас просто-напросто не хватает картонок. И как мы тебя туда поднимем? Не-не-не-не-не, так ты упадешь. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас возьмем стул высокий, даже 2 или 3, и ты на них встанешь и залезешь. Патрисия, ну ты готова? Давай. Покажи нам, на что ты способна. Страшно? Посередине, только посередине становись. Патрисия, посередине, посередине, еще посередине, чуть посередине. А теперь поднимайся. Поднимайся. А теперь попытайся попрыгать. Посмотрим, стойкое ли наше здание. Ого! Вот это здание! Ничего себе! Ничего себе, Патрисия! Вот это мы с тобой смелые отважились на такое. Выстроили такое здание. А ты вообще смелая? Прыгаешь на таком высоком, высокоэтажном здании. Да? Да. Что это, твоя сцена? Что? Что такое? Шатается? Не, не шатается. У него, видишь, у него такая широкая база. С такой широкой базой невозможно упасть. Вам свобода, Костя?
подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Все, Патрисия устала и легла поспать. Нам это... Нам это здание действительно далось тяжело. Пока мы выстроили это здание, мы очень-очень устали, да, Патрисия?